У фирмы Skagit Designs есть одна очень интересная приманка. Это быстротонущий Hide Jerk. Сразу из названия видно, что эта приманка предназначена для различных вариантов рывковых проводок. Однако в этом воблере не все так просто, как кажется на первый взгляд. Рассмотрим все секреты данной приманки по порядку. Hide Jerk изготовлен из пластика и имеет длину 80 мм. При этом он весит целых 13 граммов. В отличие от подавляющего большинства подобных воблеров, часть хвоста у него не полая, а цельная, с пластиком внутри. Это так называемая solid structure. Огрузка Hide Jerk заключена в цельном пластиковом хвосте и в передней половине воблера в виде двух стационарно закрепленных увесистых шариков. Воблер не имеет привычной погремушки и поэтому идеально сбалансирован. Шарики не двигаются и своим незапланированным смещением не могут изменить игру приманки, то есть ухудшить ее. Кроме того, воблер получился компактный, тяжелый и может забрасываться очень и очень далеко. В головной части приманка имеет довольно крупную лопатку с выемкой. Раскраска воблера красивая и многоцветная. Кроме того, приманка имеет живые, выразительные глаза. Hide Jerk оснащен надежными кованными заводными кольцами и сравнительно крупными мощными крючками Owner с оловянным покрытием. Петелька для хвостового крючка направлена под небольшим углом вниз. Это улучшает балансировку и предотвращает захлесты крючка за леску. Быстротонущий воблер Hide Jerk имеет ярко выраженную игру на падении. Такая игра среди воблеров очень и очень большая редкость. На равномерной проводке приманка имеет очень мощную широкоамплитудную игру. За счет утяжеленного хвоста воблер приобретает удивительно устойчивые движения. Hide Jerk способен стабильно играть даже на пересечении мощных струй с разной скоростью течения воды. Эта приманка в состоянии прекрасно работать при проводке по течению, против течения и даже на свободном сплаве, когда воблер тонет и при этом играет. На различных вариантах твичинговой проводки воблер Hide Jerk просто великолепно работает. При этом приманка конвульсивно двигается, делает развороты в разные стороны, а на микропаузах еще и активно покачивает боками. Размеры и возможности этой приманки позволяют ловить на нем множество различных видов рыб. Это щука, крупный окунь, лосось, форель, судак, жерех, голавль и другие хищные рыбы. Если предполагается активное использование Hide Jerk на различных видах рывковых проводок, то в оснастку желательно внести упругий стальной поводок. Это исключит захлесты крючка за леску и дополнительно защитит ее от острых зубов щуки.